До октября, живем мечтая с октября и до апреля, и только отзвенит последняя копель, и снова май, и снова здравствуй, коктейль. Станет же он губить свою бессмертную душу из-за гроша. Сколько живу на свете, еще никто за меня не заступал. Игрой. Ты пустила яхту поплавать, она у тебя сбежала. Ведь так? Ты это видел или ты угадал? Я это знал. А как же? Придет ли волшебниковый корабль за мной или нет? Раз тебе это сказали, значит, придет. Будут у тебя алые паруса. Осел! Ах, Филипп! Садись, поди. Ой, как я рада пошли. Красные паруса плывут. Здравствуй, Асоль. Я Грей. Здравствуй, Грей. Thank you.
еще жив? Я этого краба все равно вытащил. Позови Хабанов. Твой крест, мой круг. Я брошу твоего краба, а ты моего. Понял? Тогда он достанет твоего краба. Не достань. Если еще раз увижу, отсюда вот как утону тебя. Советская власть нельзя отсюда. Вовка, может, там уже Зюкин? Мы же 3 дня дома не были. А ну давайте нажмем. В чем дело, граждане? Я узел открыл. Интересуется гражданин, почему труба не играет? А это вы? Это что же такое делается-то, а? Мистер Стенсон! Вот что! Мистер Стенсон! Буби! Это, кач! Хауду иду, мистер Стенсон! А ну-ка, поди сюда, начальник. Поди. Вот тебе и сам мистер Стенсон. Имею заявить протест. Патронов розыск 42. Будучи со всеми правами, начальник Чукотки... Честь-то не больно велика. Честь. Начальник Чукотки, согласно мандата. Револьвер на меня наставлял. Я говорю, револьвер... Всем энергостанциям. Предупредительный по всей земле. Всем заводам. Сетевому транспорту. И радиостанциям. Любимое дело, которое поручено тебе обществом. Это дело вдруг становится для тебя не таким уж важным. Ты слишком беспощаден к себе, Витя. Голос. Беспощаден? Да. Отмахнулся от замечания товарища. Да. Но я и люблю тебя. Ты забыл, Витя. Есть еще он, Эркно. Ты все еще любишь его? Нет, не люблю. На сей раз я стал фотографом. Я фотографировал, а малыш, здесь его называли Фрэнк Гудвин, малыш просто сходил с ума. Thank you.
что, малыш? Надо провернуть одно дело. В жизни не буду с тобой иметь ни одного дела. Будешь. Ни одного. Куда денешься? Необыкновенная страна, Анчурия. Другой сидит в садинской земле, сказанный под джунглем сказной. Вооруженные силы приведены в готовность, а жизнь идет сама собой, будто ничего и не случилось. Искусство. И то до первого шторма. Нельзя ли немножко потише? А? Потише, можно? Ход компании Везувий дымил не хуже, чем вулкан того же названия. Мертвый! Мертвый! И такой молодой. Мертвый! Мертвый! Нет! Совсем мертвый! Мертвый! И совсем рыжий! В чем дело? А ну пусти! Пустите, я говорю! Что там? Живой? Нет, живой. Живой. Я на том свете. Весь месяц пешком, без шага. О чем думаете? Представь себе, что это твоя новая роль. Ты должна сыграть светскую, неприступную даму. Роль? Да-да. Ничего. Да. Немножко кокетство. Ветре улыбки. Остальное я беру на себя. Ага. Хорошо. Хорошо. Было выпито. Три бочки белого вина, 26 ящиков виски, 32 ящика рома. А известно ли вам, что в этой стране есть... Может, уйдем? Приехали! Приехали! Быстрее, быстрее! Вы посмотрите на это чучело гороховое! Адмирал! Вы... Поднять якорь! Ты такой надежный подряд! Дорогой адмирал, поцелую руки! Я всегда... Горядина для фаровских казарм! Браво, адмирал! Браво! Местники были бы рады поработать с ножом, да не вышло! Вот будет спасен! Курс! Норд-Ост! Вперед, Анчурия, скворугой халивары! Вперед, Анчурия, мой край родной, где мы живем! Они приближаются! С полковником Сабасом нужно иметь дело. Совершенно верно.
Браво, адмирал. Впереди Везувий. Мне и моим друзьям желательно попасть туда, возможно, быстрее. Изменник, я тебя сразу узнал, ты полковник Сабас. Тебя поставят к стене и застрелят. Я адмирал, я отвезу тебя в город. Мальчик мой, боже, неужели ты считаешь, что все это шутка? Это я придумал и флот, и твою дурацкую должность. Народ, я опять буду правительством. Чего они так делают? Чего ты ищешь, мальчик? Все гуляли такие, а травку съел жираф. Да что за беда, да что за беда, да что за беда, ей-богу, поеду. Купи ракушку. Купи ракушку. Кроме меня никто не бывает. А вы что, тоже пациент из больницы? Нет. А жаль. Меркурий, мы на месте. Брехня. Как видишь,
всех. Да вроде вас всех тогда убили. Не знаю, но именно про тебя говорили, что... Да не обращай внимания, мало ли что натрепет. Странно. Очень странно. То же самое иногда удивляюсь. Я же точно теперь наконец-то сейчас и в любую погоду вот здесь, а затем повсеместно все будем жить на благо всей земли, как мы давно мечтали, но так и не смогли. Как мы давно мечтали, но так и не смогли. Еще раз. Мистер Фёст, моя жизнь в ваших руках. Но прежде чем спустить курок от Мексики до Канады, я знал много счастья. Я испытал любовь женщин, я познал власть денег, но все это пыль. Этому Богу я посвящу всю свою жизнь. Если вы, конечно, захотите оставить мне ее. Ни слова больше. Мистер Фёст, отныне но прежде чем мы отправимся отсюда с вами, я должен отомстить мистеру Секонду. Он осквернил имя синематографа. Он сеет зерна ненависти в душе. Старушка Божий одуванчик сдавала угол стол диванчик всего за 25 рублей поэтов юных музыканта. Не будь бестомен, не найдешь такой поклонницы. Такие были времена, такие страсти бушевали, а сегодня зелена. И прорастает одуванчик, где стол скрипел и пел диван.
мальчик. Кипел 12 кошек, 7 собак, делили коридорный мрак. И были 32 жильца под краном, 32 лица. И мыли 32 жильца под краном, и мыли 32 жильца под краном, 32 лица. Такие были времена, такие были времена. Приходи ко мне, моряк. Оленька, у тебя прекрасно все получилось. Впервые выступил на публике, и такой успех. Даже мама признала за тобой талант, раздала приз. А что он такого и сделал? Да ничего, просто вам песня ему не нравится. Нормальная песня. И поет он ее неплохо. Но все равно, ты был лучше. Коля, ты не прав. Ведь ты сейчас идешь против своей матери. Да. Во-вторых, моя мама слишком самоуверена. И не мешало бы ее хоть чуточку в этом разуверить. А я в этом вижу элемент предательства. Притом по отношению к самому святому, что может быть у человека. Предатель. Своей матери. Я не решалась сказать этих слов. Ты сам догадался. Чего уж тут догадываться-то? Это и так ясно. Только подлец может хотеть, чтобы человеку, которому она совершенно не хочет этот приз отдать. Верно? Не упрощай. Если ты идешь против такого близкого тебе человека, обманываешь его, значит, ты можешь обмануть и меня. Все же, мать моя, права. Ты действительно зануда. Она так сказала? Это я пошутил. Она так сказала. Это она я пошутил. Так сказала. Я пошутил, пошутил. Тогда я тоже. За ящик тушенки пристрелят за полгода на деньги. Все-таки зря мы, ребят. Да. Нехорошо как-то. Они, может быть, в дальний гарнизон везли. Да что-то с патефоном. Давай. Не спи. Козленочком станешь. До коктебеля живем, мечтая с октября и до апреля. И только отзвенит последняя капель. И снова май, и снова здравствуй,